Спасибо, князь. Со мной так никто не говорил до сих пор. Меня все торговали, а замуж никто еще не сватал из порядочных людей. Слышали, Афанасий Иванович? Как вам покажется все, что князь предложил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди уходить-то. Да ты не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда везти-то хотел? Ты меня совершенством давеча называл, князь. Хорошо, совершенство. Ну какая я тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а ведь миллион-то я и в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши 75 тысяч за счастье выйти сочту? 75 тысяч-то оставь себе, Афанасий Иванович, и до ста-то не дошел. Рогожин перещеголял. А теперь я гулять хочу. Я ведь уличная. Я 10 лет в тюрьме просидела. Теперь мое счастье. Что же ты, Рогожин? Собирайся, едем. Да что ты орешь-то? Я еще у себя хозяйка. Захочу еще тебя в толчки выгоню. Я ведь еще не взяла с тебя денег-то. Вон они лежат. Давай их сюда, всю пачку. Это в этой-то пачке 100 тысяч? Фу, какая мерзость. Смотри, князь, твоя невеста деньги взяла, потому что она распутная, а ты ее брать хотел. Да что ты плачешь-то? Горько, что ли? А ты смейся, по-моему. Времени верь, все пройдет. Уж лучше теперь одуматься, чем потом. Это-то лучше, князь, право лучше. Потом презирать бы меня стал, и не было бы нам счастья. Да и как глупо-то было бы. Нет, князь, лучше простимся по-доброму, а то ведь я и сама мечтательница, проку бы не было. Да разве я сама о тебе не мечтала? Это ты прав, князь. Давно мечтала. Еще в деревне у него 5 лет прожила одна денехонька. Думаешь, думаешь, бывало-то мечтаешь, мечтаешь. И вот все такого, как ты воображала. Доброго, хорошего, честного. И все такого же глупенького, что вдруг придет да и скажет: вы не виноваты, Настасья Филипповна, а я вас обожаю. Да так бывало размечтаешься, что с ума сойдешь. А тут приедет вот этот, месяца по 2 гостит в году, опозорит, разобидит, развратит, распалит и уедет. Так 1000 раз в пруд хотела кинуться. Да подла была. Души не хватало. Ну а теперь... Рогожин!